Заботитесь ли вы о своих легких? Риторический вопрос, на который немногие смогут ответить положительно, но с приходом пандемии коронавируса потребность и желание заботиться об органах дыхательной системы у людей выросло в разы. Не стало поводом забыть об этом и небольшая передышка, количество заболевших пошло на спад. И вот новые цифры. В Беларуси сегодня зафиксировано почти 77 тысяч случаев заболевания, ежедневный прирост варьируется от 200 до 300 человек. О вакцинации говорить пока не приходится, а потому в зоне внимания врачей, пульмонологов и инфекционистов ковид-пациенты на первом месте. Что касается пневмонии, то бактериальные пневмонии в сезон пандемической, они немножечко ушли на второй план. Мы имеем место с осложнением в виде присоединения бактериальных инфекций при коронавирусной пневмонии. Коронавирусная пневмония – это не та пневмония, о которой мы привыкли думать. Она связана с немножко другими патологическими процессами в виде диффузного поражения, интерстиции, то есть не сами альвеолы поражаются, а интерстициальная легочная ткань и развитие микротромбозов, тромбозов как в системе самих легких, так и в нелегочные проявления болезни. И бактериальные осложнения, которые бывают в 30-40% случаев, они присоединяются попозже. Но, как известно, пандемия приходит и уходит, и сигареты, которые прочно вошли в жизнь многих белорусов, зачастую остаются с ними на всю жизнь. И именно эта привычка является источником проблем со здоровьем легких и увеличивает риск развития онкопатологии органов дыхания в 30 раз. К сожалению, курить люди начинают все раньше, а бросать все реже. Потому актуальность и серьезность проблемы заболеваний легких в Беларуси выходит на четвертое место. Актуальность проблемы у нас состоит еще в том, что воздух, наша сфера обитания, наша жизнедеятельность, она, в общем-то, чище особенно, к сожалению, не становится. Количество каких-то промышленных взвесей, количество курящих, к сожалению, не снижается, как хотелось бы. Соответственно, все это имеет определенное воздействие на легких, и количество заболевших, к сожалению, только растет. Уровень хронических обструктивных болезней легких на порядок меньше, чем сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, акцентировали специалисты на пресс-конференции накануне Дня легких. Но цифры по-прежнему держат людей в напряжении, ведь только в Брестской области 6 тысяч человек каждый год болеют бронхитами, воспалениями, трахеитами. Вы не хотите попасть в этот список, тогда откажитесь от вредных привычек, и сигареты – это только одна из них. Следить за своим здоровьем, безусловно, нужно с молоду его беречь, вовремя обращаться к доктору, следить за повышенной массой тела, следить за своей массой тела, потому что избыточный вес, он тоже способствует и увеличивает риски болезни, осложнений при коронавирусной инфекции и приводит к развитию другой патологии, которая связана, сопутствует повышенной массой тела, следить за этим. И, естественно, не злоупотреблять алкоголем, потому что это также приводит к снижению защитных иммунных сил. Это лечение и контроль уровня сахара, сахарный диабет, который влияет также на течение легочных болезней. Это и вовремя распознавание и лечение онкологических, гематологических заболеваний. При данных иммунокомпрометирующих заболеваниях, то есть болезнях, которых приводит к снижению иммунитета, естественным осложнением будет являться воспаление. Поэтому вовремя проходить эти профилактические осмотры, это будет самым главным средством профилактики. Не игнорируйте советы докторов. Помните, что такие симптомы, как одышка, хрипы или кашель, не стоит оставлять без внимания. Необходимо сразу обращаться к врачу. И напоследок, банальный совет. Занимайтесь спортом, плавайте, бегайте, просто ходите пешком, дышите воздухом. Берите пример со своих детей. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.